В Московской области реализуется программа социальной газификации. Она предполагает бесплатное подведение газа до границ частных домовладений. Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо подать заявку на технологическое присоединение. После этого Мособлгаз обрабатывает заявки и уже сообщает непосредственно хозяевам то, что договор готов, и дальше передает уже на проектирование и согласование с администрацией. Очередным местом монтажных работ по подключению на территории Ленинского городского округа стала деревня Петрушина. Сразу к нескольким частным домам здесь была протянута новая газовая сеть. Работы велись современным способом. Прокалывать землю штангами до определенной точки, где будет выходить наружу. Затем мы соединяем специальными хомутами нашу трубу, которую мы должны проводить, и к штангам, которая вот прошла до этого места. И потом он начинает в обратную сторону вытягивать. И все. Такой метод позволяет выполнить задачу с наименьшим уровнем дискомфорта для жителей. Увидев рабочих, местная жительница Валентина Дмитриева поинтересовалась, когда очередь дойдет до ее участка. Заявку на подключение она подала некоторое время назад. И вот мы теперь ждем, не дождемся, чтобы скорее нам провели этот газ. Потому что так очень дорого платить, вот когда эти бочки привозят. А это все говорят, что будет подешевле и будет лучше. Вот мы, я пришла сейчас узнать. Смотрю, тут что-то уже бурлят. Подать заявку на подключение можно через портал госуслуг или в мобильных офисах Мособлгаза. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.